Здравствуйте! Сегодня мы с вами разберем одни из самых неприятных задач в АГЭ и в ЕГЭ. Это задачи на тарифы. Задача номер один. 1 кВт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек. Счетчик электроэнергии 1 ноября показывал 12 625 кВт-часов. А 1 декабря показывал 12 802 кВт-часа. Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь? Значит, такую задачу проще всего решить по действию. Итак, в декабре мы увидим на счетчике 12 802, отнимем предыдущее показание 12 625. И получим, что мы истратили 177 кВт электроэнергии. Теперь мы 177 кВт умножаем на наш тариф на 1,8 рубля. И таким образом мы посчитаем 318,6 рубля. Обратите внимание, что в таких задачах, как правило, округление не происходит. Задача номер два. В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учета расхода холодной воды. 1 сентября счетчик показывает расход 103 кубометра воды, а 1 октября 114 кубометров воды. Какую сумму должен заплатить Алексей за холодную воду за сентябрь, если цена одного кубического метра холодной воды составляет 19 рублей 20 копеек? Ответ дайте в рублях. Эта задача очень похожа на предыдущую. Итак, от окончательной суммы 114 кубометров мы отнимаем 103 кубометра и получаем таким образом 11 кубометров. Затем 11 кубометров мы будем с вами умножать на 19,2 рубля. Таким образом мы получаем 211,2 рубля. Задача номер 3. Установка двух счетчиков воды, холодной и горячей, стоит 3300 рублей. До установки счетчиков Александр платил за воду, холодную и горячую, ежемесячно 800 рублей. После установки счетчиков оказалось, что в среднем за месяц он расходует воды на 300 рублей при тех же тарифах на воду. За какое наименьшее количество месяцев при тех же тарифах на воду установка счетчиков окупится? Итак, самое главное, что нам нужно понять. Вот мы с вами истратили 3300 рублей на счетчике. Платили мы с вами 800 рублей, а после того, как мы установили счетчики, мы будем платить по 300 рублей. Поэтому мы легко с вами находим разницу. Это 500 рублей. Теперь давайте мы с вами посмотрим, за сколько же месяцев мы окупим. 3300 делим на 500 и получаем за 6,6 месяца. То есть уже через 7 месяцев, за 7 месяцев мы с вами окупаем наш счетчик.